действительно на лазерную эпиляцию пришла. Комплексы идут от 33 рублей. Я приехала на сеанс лазерной эпиляции в студию эстетической косметологии Эстет. Тут очень приятные цены, стартуют они от 1 рубля за одну зону. И есть онлайн-запись, что очень удобно. Также у студии очень удобное расположение, находится не в ЖК «Каскад», это Скрыганова 4Б, ориентир Билмарк. Для автолюбителей прямо рядом со студией есть парковочные места. Я очень люблю, когда все эстетически привлекательно, тут очень приятно находиться, есть комфортная зона ожидания. А еще девочки тут угощают напитками, и не только горячими, если вы поняли, о чем я. И конфетками. Это кабинет, в котором мне будут делать лазерную эпиляцию, очень чистенький и аккуратненький. Тут работают на совершенно новом диодном аппарате Magic One 2022 года выпуска. Он абсолютно безопасный и безболезненный. Перед каждым новым пациентом все обязательно тщательно обрабатывается. Комплексы тут от 33 рублей. В самый минимальный входит глубокое бикини, подмышки, плюс любая малая зона в подарок. Я вообще ничего не ощущаю. Лежу сейчас и думаю, точно на лазерную эпиляцию пришла. Ощущение, что на массаж. Сейчас лето, поэтому обязательно приводите своих мужчин. Тут, кстати, комплексы есть и для них. Легко и комфортно. В студии также есть аппарат, на котором проводят процедуры фотоомоложения, фотолечения, лечат купероз, акне, делают лазерную шлифовку и различные виды инъекций. И эти процедуры можно оплатить в рассрочку на 12 месяцев. И чаем напоили, и печеньками накормили, только что спать не уложили, хотя на лазерной эпиляции я чуть и не уснула. Поэтому всем, кто хочет забыть про вросшие волоски, про бритву, и просто с удовольствием и комфортом для себя провести это время, очень рекомендую студию Эстет. А по сливкам тут еще и скидки до 90%.